И снова всем привет, мои дорогие друзья, мои дорогие подписчики и также гости моего канала. Ну что, ребятки, на балансе у меня 9к, и тут я пока в замешательстве, куда бы мне зайти. Зайду я, наверное, попробую кристалл по соточке, и погнали. Ну а вы тем временем не забывайте подписываться на мой канал и, конечно же, ставить лайки. Тут выпало 0,5, я думаю, можно прибавить нолики, поставить 1000, и, блин, да, нет, убираю я нолик. Не прокатило. Возврат небольшой был. Вот тут бы 1000, конечно, не помешало. 0,5. Да, теперь слив, как я и думала. Что-то игра глючит не по-детски. Восемьдесят. 110. Тут, я думаю, можно рискнуть попробовать нолик сделать. Да, и 300, правильно, не ошиблась. Отлично, 3600 уже, 3600. Отлично, отлично, отлично. 4400, смотрите-ка, что валит. Замечательно, я почти на 2 косаря в плюсе. Так, теперь я тут убираю нолик, не рискую дальше. И правильно, в принципе, делаю. Снова по соточке. Ну что, тут рискнуть или нет? Нет, также по сотке иду. Ух ты, x5, блин, такой нехилый, такой кэф выпал. Ну ничего, ждем, я думаю, можно еще, можно. Вот тут можно, думаю, я вполне добавить еще нолик и попробовать. Так, 500, 0,5, 800, уже почти возврат. Офигеть, ребят, x10, охренеть, вы это видели, это просто шикардос. Просто так, теперь я нолик убираю, естественно. И не повезло. Тут тоже не маленькие, такие неплохие иксики. Так, что тут, что-то я засмотрелась и не поняла. Так, слив. Так, теперь я думаю, тут можно снова добавить. Сделать 1000 и хотя бы возврат. Хотя бы возврат тоже неплохо. Еще разочек я попробую. Нет, тут теперь убираю. Убираю, не буду рисковать. Девяносто. 1,9. Офигеть, вот тут можно было, да. Тут можно было, но как же тут все угадать? Это, я думаю, ну, что такое? Пошел слив такой дикий. Кушает так неплохо. Так, что, попробуй добавить нолик. И 1400 неплохо, еще разочек. 2600, отлично. 4600, отлично, ребятки, отлично. Я не прогадала. 24 400. Ну что, по соточке, еще по соточке, вот 4 раза. Эх, можно было 140, ну ладно. Так, 80. 160. Так, это что у меня? Это что у меня? Так, снова соточку поставлю. И еще раз соточку. Ну что, все, ребятки, все неплохо. Главное вовремя остановиться, жадничать больше не будем. Всем пока, удачи в играх, увидимся.